В этом году экспозиция главной агропромышленной выставки «Юга» заняла 15 тысяч квадратных метров. Кубанская ярмарка – настоящий праздник, пропитанный южным колоритом. Гостей встречает казачий духовой оркестр, в куренях пахнет свежей выпечкой. Для предпринимателей и фермеров эта ярмарка – уникальная возможность обменяться опытом с коллегами. Открыл четвертую кубанскую ярмарку губернатор Кубани Александр Ткачев. Отметил, несмотря на свой молодой возраст, агропромышленная выставка сумела завоевать любовь у жителей и гостей Краснодарского края. Ярмарка становится все популярнее и популярнее. Ее посещают каждый год десятки, сотни тысяч жителей. И для нас, конечно, это предмет гордости. Благодаря, конечно, все это происходит тем людям, которые работают на земле, которые вкладывают свою душу. Механизаторы, комбайнеры, селекционеры, инженеры, агрономы. Они, в общем-то, задают тон, класс, стандарт и делают нашу Кубань житницей, делают наш регион самым успешным поставщиком качественных продуктов питания в нашей стране. В своем выступлении губернатор также поздравил аграриев Кубани с завершением основных уборочных работ и пожелал сельхозфоруму успешной работы, а его гостям и участникам хорошего настроения. После торжественного открытия Александр Ткачев ознакомился с привезенной продукцией. Всего в столицу Кубани приехали более 1000 фермеров. Наряду с традиционной сельхозпродукцией привезли и ту, которая пока в России считается экзотикой. Один из анапских руководителей хозяйства в этом году привез черных африканских страусов. Участники отмечают, ярмарка помогает компенсировать недостаток рекламы и найти потенциальных оптовых покупателей, в том числе и за пределами региона. Вот мы участвовали в агропромышленной ярмарке первый год, выиграли как бы второе место. Нас наградили 75 тысяч. И что у нас? Люди поехали, туризм, то есть люди узнают о нас, приезжают, как бы учатся. Среди анапских участников есть и те, кто представляет свой товар каждый год. Например, на дегустацию эксклюзивного анапского вина и за анапскими хинкали ручной лепки выстроилась целая очередь. Как видно, что наша продукция нравится. Люди довольны, и мы довольны от того, что идет хорошая реализация. Кроме экзотики, посетителям ярмарки есть что посмотреть и что выбрать. Фрукты, овощи, копчение соленья, мед, рыба, хлеб всех видов, сладости, прилавки буквально ломятся от изобилия. И кроме того, представлены товары народных промыслов, животные, саженцы, удобрения. Я первый раз на ярмарке. Впечатления ошеломляющие просто. Интересный такой ассортимент, цены разнообразные, так что ходишь, ищешь, получаешь удовольствие. Очень нравится, много всего, все такое вкусное, красивое, полезное. Ежегодно наши представители, это лучшие наши фермеры, переработчики сельхозпродукции, цветоводы, животноводство представляем в этом году, страусов, занимают призовые места в конкурсах, проводимых здесь на ярмарке. Анапа порадовала на кубанской ярмарке 2014 не только большим разнообразием качественной продукции, но и яркими выступлениями на сцене. Для зрителей пел кубанский казачий хор и демонстрировали различные хореографические номера. По итогам кубанской ярмарки 2014, которая пройдет на Краснодарском ипподроме до 5 октября, лучшим субъектом малых форм хозяйствования в ряде номинаций представят гранты из краевого бюджета в размере от 50 до 100 тысяч рублей на дальнейшее развитие хозяйств и производства.